Народ, привет всем. Прочитали название, значит, вы уже знаете, о чем пойдет, о каких играх идет речь в этом видео. Давайте сразу к делу. Знаем все, что 9 ноября у нас выходит Forza Horizon 5, это гонки. Цена у них, конечно, бешеная. Цена у них будет стоить 3000 рублей. Это катастрофа. Откуда такие суммы они берут, я не знаю. Но, тем не менее, я предлагаю вам. Давайте соберем под этим видео 50 лайков. Всего 50 лайков до 9 ноября. И я покупаю данную игру, делаю обзор, ведем стримы, задаем вопросы, обсуждаем, общаемся. Короче, будет все классно. Единственная еще просьба, если не подписаны вдруг на мой канал, а вы, скорее всего, не подписаны на мой канал, пишите, пожалуйста, буду очень вам благодарен. И давайте дальше пойдем, то есть к следующей игре, которая указана в описании видео, это у нас Battlefield 2042. Данная игра выходит уже через 10 дней после гоночек наших офигенных. Будет стоить она космических 3500 рублей, это за обычную версию. И 7000 за Ultimate Edition. С ума сошли, откуда они такие деньги берут? У людей месячная зарплата 7000 рублей. Ладно, не об этом сейчас. Сейчас о том, что до 19 числа, если мы соберем... Сколько там? 50 у нас лайков было. Давайте 100 лайков. Для меня уже 100 лайков это огромное просто количество лайков. Я таких в жизни не видел. И я данную игру покупаю. Делаем непредвзятый обзор со всеми плюсами, минусами, ведем стримы, обсуждаем, общаемся, смотрим вообще, что за игра. И перейдем к третьей игре. Третья игра у нас выходит намного позже, чем эти две. Это у нас получается 25 февраля 2022 года. Игра у нас называется Elden Ring. Цена у нее уже поменьше, слава богу, поменьше, всего 2500. Но игра уже идет без «но». Просто игра другой тематики. То есть у нас первые гонки, второй 3D экшен, это у нас фэнтези, мультиплеерный фэнтези. Сейчас идут бета-тестирования, люди от нее в восторге. Вот, поэтому мое предложение до 25 февраля, если мы соберем под этим видео 500 лайков. 500 лайков это вообще для меня космос, вот, честно слово говорю. У меня в жизни не было под видео 500 лайков. Я покупаю данную игру 25 февраля, когда открытие старт продаж идет. Делаю обзор полноценный, большой, веду стримы, общаемся, делимся. Мало того, что все эти игры, они сетевые. И если кто-то хочет поиграть по сети, можно, я с удовольствием. Все, на этом все, затягивать не будем. Ребят, если досмотрели вот до этого момента, у меня к вам огромная просьба. Поставь лайк, подпишись. У меня до 1000 подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Так хочется увидеть круглую цифру, пока у меня вот на момент записи 826. Все. Огромное всем спасибо за лайки, дизлайки, в любом случае, что посмотрели. Всем пока.